Всем привет! Я в магазине Фикс Прайс, город Орск, остановка Ленинского комсомола. Давайте смотреть новинки вместе. Чашки 370 миллилитров, керамика. Не люблю пить с темных чашек. Чай в них прозрачным кажется. А это уже более оригинальная чашечка. Такая мне нравится. Ну, хотя тоже не светлая. Ну, более-менее ручка симпатичная. Вот такая веточка оригинальная. Вот такая хорошенькая ручка. Чашки окрашены по-разному внутри. Вот это вот больше всех мне нравится. Здесь чай будет непрозрачным выглядеть или кофе. Так, мне понравилась хорошая. И еще есть голубая. Изготовлена из керамики. И лимонные. Вот это и какая я сказала, зелененькая, да, неплохая. Они не такие темные. Сетевой фильтр за 199. С защитой от короткого замыкания, от импульсных помех, от перегрузки. И эргономичная вилка 1,8 метров. Неплохой, с виду, по крайней мере. Тряпки для уборки. Давно я их не показывала. Качество неплохое. Обычно были уже в последнее время тоненькие. А это нормальные, хорошие, с якорями. Так, и какие еще? И вот такие. Эти уже потоньше немножко. Это получше. Лейка для комнатных растений. С носиком, с таким длинным. У меня тоже наподобие такой дома. Мне нравится. Есть у нас две расцветки. 1,8 литра. 99 рублей. Изготовлена из полипропилена. Интересные чашки. За 199. Набор мисок 3 штуки, колос 5,5,5, 3 и 1 литр. Производство Архимед. Без крышечек. Небольшой такой рисунок. И разные расцветки. Еще есть вот такие. Появились крышки 24 сантиметра за 77. Состав: нержавеющая сталь и полипропилен. Вот с такими дырочками. Интересно. Коробки для хранения 38 на 25 и 25 сантиметров. Очень красиво выглядит. Похоже на парчу прям. Такой жесткий каркас. Ручки хорошо сделаны. За 199. И еще есть вот такого цвета. Чистая линия, скраб-маска, 3 в одном, чистая кожа. Очищает, матирует и сужает поры, придает гладкость. Белая глина, цинк и мята. Восемьдесят миллилитров, 55 рублей. Крем для рук ультра омолаживающий с овечьим молоком. Давно у нас не было таких бутылочек. Гель для душа. Новинка. Они немного отличаются. Розовый, белый, желтый. 55 рублей.
Мне написали не употреблять внутрь, только для наружного потребления. Ну что, правда? Можно перепутать, если не читать. Изумительно свежая и бархатистая кожа рук. А это с козьим молоком. Супер питательный. Необыкновенно гладкая и нежная кожа рук. Также появились пледы на диван, на кресло за 199 рублей. Состав полиэстер 130 на 150 сантиметров. Разные расцветки. Клеточку. Мне нравится клеточку. Полосочку. И вот такой потемнее. 199. Полимерная пластичная масса. Игрушка для детей старше 3 лет. Лизун кровавый. Боже мой. За 99. Черный. Фиолетовый. Пистолет с резинками. Стреляй точно в цель. Дальность выстрела более 5 метров. Это, скорее всего, как рогатка. Страшное оружие. За 99. Изготовлен из дерева. Деревянная игрушка. Трещотка за 99. Разные. Она на веревочке. Ну, для детей очень даже хорошо. И такая. Уголок металлический. 51 рубль. 300 на 200 миллиметров. Угольная линейка. Состав углеродная сталь. Сделана в Китае. Мужские носки, теплые, состав хлопчатобумажный 70%, остальное эластан и там поли, не знаю кто, полиэстер. За 99, с 25 по 27 размер. Вот такие тоже махровые мужские носочки, Зувей 41 по 45. Здесь уже состав не особо. 85 акрил, эластан и так далее. Разных расцветок. Черные, серые и синие. На ощупь неплохие. Вот такие еще есть. Мужские. 75 акрил, 5 ангора и эластан. За 77. И женские такие Зувей, спортивные, уже тоже потолще, за 55 и повыше. И расцветки разные, черные, синие, серые, различные. Давайте посмотрим состав. Вот, 67 хлопок, 33 полиамид. Уже вот получше состав. Хорошие носочки. А теперь давайте смотреть товары из Иваново. Любимый Василек с примеркой. Итак, давайте смотреть товар из любимого Василька. Носки. Смотрите, какие. Искры называются. Со звездами, кометами. Очень красивые. Правда, единственное, что мне не очень нравится, что у них вот такие вот ступни белые. Были бы они розовые или фиолетовые. А так огонь красивый. Они укорочены как раз под кроссовочки весной, осенью. Вот эти мне больше всех нравятся. Очень красивые. Стоимость таких
Стоимость таких носочков 42 рубля. 6 штук 252 рубля. Затем носочки кушан. Вот с таким ободком. Стоимость 30 рублей. 5 штук в упаковке. 150 рублей. Эти уже длинненькие и потолще. Носочки еще не закончились. Еще носочки. Вот такие мультяшные. Вот такая ступня интересная. 42 рубля. 5 штук на 210 рублей. Или туркан, или туркан. Не знаю, как правильно. Отличные носочки. А это халат. Рубашка-халат. Смотрится очень даже хорошо. Размер 58 на 54. Называется халат-рубашка в клетку «Бабочка». D1249. Размер 58. Кстати, 58 на 54 хорошо. Туника 248. Вернее, R248, 58 размер, 322 рубля. Еще одна туника с лампочками. Так, та туника была на одной дочери, это уже другой. Туника «Идея», М «Идея». 50 размер на 46 где-то, 322 рубля. Она более такая укороченная. А эта туника, как больше футболка, черная. ТТ-353, 56-58, 605 рублей стоит. Спереди она покороче. А сзади она подлиннее. Можно было немножечко поменьше размер, но все равно нормально. А это пижамка подростковая. Длинные штанишки. Селфи называется. Штанишки с фотоаппаратом. И на футболочке тоже фотоаппарат. Записано как М селфи, 42 размер, 364 рубля. Еще один домашний костюм, тоже с длинными штанишками, 44 размер. Название пижама женская, васильковый плюс клетка на красном. ТЖП 024/3. 44 размер, 567 рублей. Так, и теперь спортивные костюмы. Спортивный костюм 89, темно-синий, 58 размер. Стоимость 896 рублей. На 54 нужно на размер меньше. С длинными штанишками. Штаны не на манжете. Еще один костюм спортивный. R375, 56 размер, 980 рублей. Вот этот как раз нужно было немножко побольше. И мне здесь не понравилась молния. Молния сильно близко пришита и очень-очень даже трудно открывать. Брюки на манжете. А это спортивный костюм, модель 43, красный, 58 размер, 840 рублей. Брючки не на манжете, с капюшоном. Брючки не на манжете, с капюшоном. Можно было на размер поменьше. Но все подходит, все, что я показала, все нам подходит.
Это просто пожелание, что получше, поменьше, получше, побольше, поменьше, а так все хорошо. Единственное, что вот на той Олимпийке на черный замок пришит очень-очень плотно и очень трудно открывать. Но может быть он разработается, может быть и ничего. И вот перечень. Как, чтобы видно было. Так, попробую лампу выключить. Вот, наверное, моих покупок. Если вам понравились товары, все ссылки на этот сайт «Любимый Василек» я оставлю под видео в описании. Проходите, смотрите, выбирайте. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока!